Здорово, народ! И сегодня у нас девушка-статистка на Леопарде 1, у которой 60% побед начнет вытворять какие-то странные вещи в рандоме. Просто посмотрите, что она делает. Ребят, вы будете очень сильно удивлены. Ну и по традиции давайте по составам команд пройдемся. В общем, наша малышка, не такой у нее ник там, и, собственно говоря, она попала в довольно сложное сражение. Посмотрите, народ, по 3 артиллерии за каждую сторону, то есть от фугасных подсрачников, по идее, никто не застрахован. К тому же все танки здесь чисто 10 уровня, то есть вот максимальная сложность сражения с 3 артами, все десятки. К тому же вот наша героиня едет тут на такое открытое пространство, и тут чуть-чуть выйди он из-за камня, светанись, и сразу фугасных чемоданов налетит, мало не покажется. Тем более все прекрасно знаете картонную броню, отсутствующую Леопарда 1, и фугасы туда за милую душу заходят. Так, ну приехали на позицию, уже минутка боя пролетела, пока никто не слился за первую минуту, это уже радует. И он, вражеский Леопард, ебрик наш, кстати, посмотрите, 105-й, красавчик пока что, вообще, поехал, не стоит в кустах, не дрочит, светит. Это радует. И на центре, о, какие пердаки тут сладенькие, Кранвагиныч. Чё ты там стоишь, куришь на балкончике? А ну давай с тобой побазарим в бочиночку на 390. Ой, всё, ля-ля-ля, уходит. Отступление оленя. Олени бегут, эмиграция оленей. Ё-моё, ты посмотри. Стоит, отрендюливается. Ой, Кранваген, всё. Обосрался. Я надеюсь, туалетной бумаги ты накупил, потому что сейчас она тебе понадобится. Ну, да врать. Гриль 15. Ай, стырил фраг наш грилёныш. Ну ладно, тем не менее, 2000 урона уже неплохо, а тут посмотри, какая шикарная позиция в итоге. И фошек у нас 155, и дедушка 7, тут и все задами своими прекрасными бронированными, но не очень, правда, танкуют. И у нас летит дамажечка по КД, ну вот это уже наш фраг будет, тут никто не стырит. Фошек перехотел выкатываться, ну его там и без нас Т-110Е5 в шишку на башне добрал. 4-1. Вроде пока что движемся к победе. Неплохо. 2999 дамага, 3 косаря, грубо говоря. Но хочется побольше. Что такое 3К на Леопарде 1? Ерунда вообще. Надо двигаться. Потому что здесь уже позиция себя изжила. Особо тут ничего не наработаешь. Поэтому отправляемся на центр карты. Ля, что творит? Посмотри. Малышка наша врывается, а тут опять пердаки сладенькие. Тут, кстати, опасная позиция, вроде да, зашли сзади. Вражинам будет не сладко, но, видите, приходится выкатываться. И если сейчас они на нас развернутся, то уже не рискует наша дама на Леопарде выкатывать. Хотя могла бы там попытаться их развести там на гуслю, но понятно, что, скорее всего, мы уже бы там в 3 ствола, они бы накидали немало. Ну ладно, 3800 урона, тем не менее, 8 сотенок дамаженция, 2 плюхи по ВЗ-55 мы отвесили. Благодаря этому маневру, но тем временем, наша команда, которая вот вроде бы недавно побеждала, начинает немножечко трещать по швам. Счет уже непобедный, равный 5-5, по ХП тоже более-менее все ровненько идет. Ну и вот с СТБ-1 у нас перестрелочка. Конкуренты на 10 уровне, да, похожие танки по концепции, СТБ-1 и Леопард, так сказать, очень похожие машины. Но тем в этой дуэли мы выиграли. Так, поднимаемся наверх, тут ТВПшич сидит. Базируется в углу. А ну давай поработаем. ТВП барабанный. Может неплохо ответить. Но видимо он в КД, поэтому очень так уверенно дёру дает. Но мы не дадим тебе, братюню, удрать отсюда. Уже, кстати, ваншотный. Можно сейчас выехать, по идее, ТВП в наглую просто добить. Но не рискует наша дама выкатывать на центр. Боится, что там где-то недалеко много еще кто светился.
и какую-нибудь шальную плюху отхватить вполне себе. Ну, ТВП и без нас добрали. Тем временем уже 5972 дамага. Хорошие результаты, близимся к 6 косарям. Народ, а здесь вон они, фуловенькие, 279, чифтейн. Вот это наши ребята. Так, тут бы от бабахи не отхватить на выкате. Не, бабаха далеко, но все равно выезжать опасно. Как бы к вот этим друганам добраться? Да сзади пару плюх. А вот они, кстати. Но здесь будет тяжеловато их пробить в такой позиции. Поэтому надо что-то другое придумать. А команда великолепная. Выигрывали, блин. Ну, ё-моё, пацаны. Ну, как так-то? Расскажите. 7-8 уже обсираются. Сейчас 1-2-3 арту нашу почпонькают. Там уже она как-то... не очень защищена, по-моему. Какой-нибудь чифтейн может проехать туда к нам на базу. Суперконь на центре отлетает. 7-9 и все начинает уже напоминать, очень сильно напоминать слив. И как наша малышка будет из этого выбираться, сейчас посмотрим. Так, ну отработали под 8-9. Уже неплохо. Точнее, не отработали, дали разведданные там для арты, походу. И переезжаем, разрываем, так сказать, дистанцию, потому что, ну, в ближнем бою леопард, конечно, тоже может там выкатываться на реакции, чисто давать тычку. Но, опять же, понимаете, что брони нет, косарь хп, там пару плюх. 2.7.9, ВЗ-55, может у нас вообще с барабана развалякать, поэтому вот так аккуратненько действуем. Так, 8.12, тем временем остается из союзничков у нас один ТВП, и фактически мы вдвоем против семерых, народ, вот такая ситуация формируется. Так, 2.7.9, привет, дружище, ты что-то совсем тут разгулялся, обнаглел, катит ваншотный в наглую, вот же имбоводы, да, любят на имбах своих катают, вообще в наглую уже, чисто на победе, уверенный, что затащит, но мы еще поспорим с этим. Так, ВЗ-55 тут тоже, ля, как у нее удается четко вот ловить, то в тот момент... когда противники задом едут. Заметили, да, сколько уже ситуаций? Это всегда надо знать, куда заехать, куда, какую позицию занять, чтобы они не ожидали нас здесь увидеть. Он ВЗ-55 сейчас отлетит просто на шару вообще. Не туда поехал, не в тот момент, не в том месте оказался. Но там больше чифтейн меня волнует. Чифтейн опасный, у него уже 5 фрагов. Если его сейчас... не добьет, нет, ТВП его не добьет, придется нам с ним лично дуэлиться. Ну, посмотрим, чем это дело закончится. С чифтейном, конечно, шутки плохи. В общем, народ, пока наша дама на леопарде тащит финалочку, я вам хочу напомнить быстренько, что спонсоры этого видоса — парни с классного сайта Вот Голд, где вы можете себе премиум танки и золото получать. Советую вам попробовать на Вот Голд открыть главный контейнер, из которого вот именно голдишки можно поднять. Кто хочет сейчас конкретно игрового золота, голды себе на аккаунт отхватить, открывайте главный контейнер. Я там выбивал и Иса 6-го вот выбивал было. Ну, там много вообще мне премтанков и голды выпадало. И опять же, почему удобно? То есть выпал мне Ис 6, я за него забрал больше 10 косарей голды, то есть полную стоимость его в золоте, а не сам танк. А потом уже, если мне бы нужен был танк, я бы его купил. Так как у меня есть Ис-6, я просто себе больше 10 косарей голды отхватил. И это действительно очень удобно, что именно с главного контейнера все прям танки, которые выпали, мне немало их выпадало, можно обменивать на голдишку. Ну и там еще классный контейнер с Centurion Rats, буквально 3 дня будет доступен. Там этот премтанк можно получить, и до 15 тысяч голды выпадает. Вот такие там тоже интересные призы. В общем, залетайте, в описании ссылочка, в закрепленном комментарии тоже. А если будете счет пополнять,
на WhatGold, укажите вот этот промокод при пополнении и получите гарантированный подарок-бонус. Только смотрите внимательно, куда вводить. Вверху сайта, вот перешли вы по ссылке в описании, вверху найдите вот эту кнопочку «Пополнить». Ее нажимаете, и там будет строка «У меня есть промокод», вот это. Ее жмете, и вот в эту строчку, когда она у вас появится, вводите вот так промокод. Важно, именно при пополнении, а не куда-то в другое место. Поэтому это важно тоже понять. В общем, в описании, в закрепленном комментарии ссылочка, промокод, все там. Ну а мы смотрим развязочку. С колесником, конечно, неплохо разобрались, но тут Еврик, конечно, лошок, потому что нахрена он поехал тараниться на Леопарда 1, вообще непонятно. Это он уже чисто на таком, на позитиве был, ждал победу, вообще наглую чисто действовал. И вот Чифтейн, опасный, с 6 фрагами. Ну что, сможет наша дама заслужить победу в этом бою? Добрать Чифтейна осталось, но мы тоже на тычку. Но опять же, позиция, дистанция, Чифтейн чешет, и вот только сейчас засвечивает нас, спустя как мы дали 2 плюхи, и опять же здесь выкатываемся, и так с легонца даем тычку и оставляем 57 хп. И... ай, броня не пробита, ёперный. Вот началось. Вот это, началось, блин. Рандом. Давай заканчивай с этой рандой. На фугасы перешла наша дама. А снимем мы 57 фугасом леопардовским чифу в лоб. Не факт, ой, не факт. А, нет, сняли. Ну, здесь, конечно, не без везения. Но, тем не менее, это победа. Больше 10 тысяч урона, я думаю, девушке-танкистке Лайчинской подставить можно. А мы к итогам. Ну и вот такая у нас малышка на миллион. Ник у нашей героини на Леопарде 1. Основной калибр, защитник, танкист-снайпер, мастер. Больше 10 косарей дамага. 5 фрагов, не так много фрагов, но по урону и по скиллу, конечно, это заслуживает Лайчинской. Вверху справа прошлый видос, залетайте, смотрите, в описании к видео этому обязательно загляните, там промокод перепишите. Ну а мы с вами увидимся в новых роликах, которые очень скоро будут на канале. Пока, народ!